Стрижка, которая достойна Оскара, самая популярная прическа церемонии 2019 года, автор 2502. 2019 церемония награждения Оскар 2019 прошла под знаком невероятных перевоплощений. Красная дорожка пестрила эксклюзивными нарядами и уникальными прическами. Оскар за главную стрижку сезона присуждается Бабу. С ним на красной дорожке появились сразу несколько звездных красавиц. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Шарлиз Терон не стрижкой единой порадовала звезда, но ее цветом. Актриса красовалась на красной дорожке в платье Dior нежного голубого оттенка и с новой стрижкой. Причем изменилась не столько длина волос. Шарлиз поразила новым цветом волос. Специально к церемонии она перекрасилась в брюнетку. И этот оттенок невероятно ей к лицу. Эмилия Кларк преобразилась и коллега Шарлиз Терон по цеху Эмилия Кларк. Она также предпочла короткую стрижку. Поклонники «Игр престолов» привыкли видеть актрису с длинными волосами платинового оттенка. Теперь же Эмилия решила стать брюнеткой. Хотя актриса не была номинирована ни в одной из категорий, она все же смогла привлечь к себе внимание. Для церемонии Кларк выбрала розовое драпированное платье «Балмейн», которое отлично подчеркивало фигуру. А короткие волосы звезды были аккуратно зачесаны назад. Бри Ларсон в 2019 году актриса не претендовала на премию, но имела честь вручить долгожданную статуэтку другим номинантам. Ее образ не отличался помпезностью. Бри сделала выбор в пользу платья Силайн. Образ дополнил трендовый удлиненный боб, волнистые пряди которого придавали прическе очаровательную небрежность. Ирина Шейк, страстная поклонница экспериментов, появилась на красной дорожке с ультракоротким каре. С каждой премией волосы звезды становятся все короче. Впервые новую стрижку она продемонстрировала на премии «Золотой глобус», которая состоялась в январе. На церемонии Оскара Ирина показала обновленный вариант стрижки. Волосы стали еще короче и к тому же изменилась форма косой срез и удлиненные пряди у лица. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.